Приветствую, дорогие друзья! Меня зовут Маргарита Шипила. И сегодня я вам покажу, как из 22 долларов сделать 40 долларов. Если перевести в рубли, то берем 1430 и делаем из этих денег 2639 один раз. Либо 4264 рубля многократно. Я всегда мечтала о таком месте работы, которое бы мне приносило доход за один раз выполненную работу. И такое место есть в сетевом маркетинге. То есть, развивая такой бизнес и выполняя работу, мы за нее получаем многократно. Так вот, друзья, смотрите, как вы можете превратить ваши 22 доллара в 40 долларов один раз, либо многократно в 65 долларов. Я вам предлагаю рассмотреть вариант бизнеса с компанией GL-Tour System. И сегодня мы рассмотрим создание дохода на первом модуле GL. Расчет взят по курсу 65 долларов. Стоимость бизнес-модуля номер один стоит 10 долларов. Годовое обслуживание сайта стоит 12 долларов. Общая сумма входа стоит 22 доллара или 1430 рублей. Когда вы заходите в маркетинг, вы занимаете место в своем персональном тренаре. Для того, чтобы вам зарабатывать, вам надо выполнить программу минимум. Это пригласить 3 партнера и научить их выполнить те же самые действия. В этом случае будет работать дубликация, и партнеры будут занимать вашу вторую линию. С первой со своей линии вы будете получать по 10%. Со второй линии вы будете получать 90% от стоимости дохода. 10% от вашего дохода будет уходить на развитие компании. Теперь давайте посчитаем конкретно в цифрах. С первой линии вы получите по 0,9 долларов 3 раза. Это будет 2 доллара 7 центов, либо 175 рублей 5 копеек. Доход со второй линии составит 8 долларов 1 цент умножить на 9. Здесь 9 мест. В общей сложности это получается 72 доллара 9 центов, либо 4738 рублей 5 копеек. Если все это вместе сложить, получается 75 долларов 60 центов, либо 4914 рублей. Это ваш доход после того, как у вас закрывается первый модуль, первый тренар в маркетинге GL-Tour System. Из этого дохода будут произведены обязательные вычеты. 10 долларов уйдет на реинвест. Реинвест – это повторное открытие того же самого модуля. То есть вот у вас первый модуль. После того, как он у вас закрылся, из дохода берется сумма на открытие нового модуля. Точно такого же. И вот этот уже модуль дает вам многократность, когда вы можете много раз зарабатывать по 65 долларов 6 центов. Следующий вычет – это 25 долларов на апгрейд. Апгрейд – это покупка или активация следующего модуля. В маркетинге GL-Tour System существует 7 тренаров бизнес-модулей. И вот после того, как у вас закроется первый тренар, система автоматически вам активирует второй модуль за 25 долларов. Итого на вывод. После всех вычетов получается 40 долларов 6 центов или 2639 рублей чистыми на руки на вывод. То есть, что получается? Из 1500 ваших вы сделали 2639 чистыми. При том, что у вас уже идет развитие бизнеса, у вас работает реинвест, что вам будет давать многократность, и у вас активирован следующий модуль, что будет в итоге вам давать еще больше доход. Подводим итог. На первом цикле ваш доход составит 40 долларов 60 центов. На втором цикле и на всех последующих ваш доход будет составлять 65 долларов 6 центов. То есть здесь циклов может быть неограниченное количество. Если ваша команда развивается, вы ее научили вас дублицировать, то есть пригласи 3 человека и помоги им тебя повторить. Если вы научили свою команду дубликации, то ваша структура будет постоянно развиваться, и у вас будут циклы вот эти повторяться много-много раз. И единожды вложив 1430 рублей, вы получите в разы больше прибыли. Если вам интересна такая возможность,
Пишите мне в личные сообщения все контакты под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить другие видео. С вами была сегодня Маргарита. Всем желаю добра, здоровья и процветания.